Продолжаем кубок претендентов. Это где сельская местность у нас. Так, поехали. Так, какие-то тоже чуваки быстрые. Вот это на среднем тачка прокачанная, видишь. По крайней мере, у него такое интересное цветовое решение, которое у меня нет. Значит, подразумевает о том, что чувак немножко дольше играет, чем я. Хотя нет, не обязательно. Так, первое место получил. Ах, идеального старта не получилось. Ну, не страшно. Идеальный старт. На долю секунды. Ну, блин, все равно. Смотри. Сейчас из-за того, что идеального старта не было, я могу не приехать первым. А, вторая позиция. Ну, был рядышком. Там миллисекунды какие-то меня отделяли от него. Есть идеальный старт. Вот я вернее, идеальный старт. Ну смотри, видишь, все равно они очень себя быстро спешат, быстро едут. Даже, а хотя, может быть, знаешь, что у них тоже был идеальный старт. Поэтому я здесь и первый могу не приехать все равно. О, давай. Есть! Спасло меня то, что я сейчас приехал первым. И получил первое место. Ну, а мы продолжаем. И там у нас какая-то райская бухта. Ладно, поехали посмотрим, что за райская бухта. О, чувак! На каком драндулете? Мы с вами первым видим. Не называю его драндулет. Даже сколько я его не прокачивал, все равно он остается каким-то драндулетиком для меня. По крайней мере, лично. Опа, как плохо, что мы не списались ни вверх, ни вниз, а посередине. Ну хорошо. Так вот эта лодочка, она тоже не особо не нужна. Я могу и так просто пролететь. Ага, нет, не знаю, оказалось, ладно. Так, под водой тоже как-то не особо. Видишь, одинаково, мне кажется. Ух ты, мистик, слушай, чувак, мистик, я помню мистика. Да, он что-то разбился. Ну ладно. Так, монетки нужны. Во, прикинь. Давай. Прям на эту штуку бы заехал бы. Первое место. Кубок Федерации. Ну давай попробуем, что за Кубок Федерации здесь. Блин, нифига. Следующая прокачка двигателя 80 тысяч стоит. Представляешь? 80 тысяч. Вы серьезно, что ли? Блин. Слушай, может у меня то, что прокачанная машина, так классно. Мне и соперников дают. Таких вот агрессивных. Тоже с прокачкой. Все возможно. Возможно нет, конечно, не знаю. Ну как вот на этом джипе он быстро едет? Ну, видимо, покачивал его все время. Он, что я его не могу обогнать. Так, вот я не слышу, как он считает, правда. Поэтому немножко мы прокосячили. Давай. Ох, нифига, да, мы его покачать надо. Джип. Неплохо так причем. Джип прокачанный. Так, а мы пытаемся куда-то проехать, доехать, не знаю. Так, бензинчик. А, ладно, не будем брать, он абсолютно не так, что не нужен. Да, первый приехал Саня. Так, в итоге я на втором месте. Саня, а как так Саня на первом месте оказался? Ну ладно. Мне нужно еще раз первым. Если я еще раз приеду первым, блин, будет классно. Еще раз приехал первым. О нет, вот я и приехал первым. Я разбился нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая жалость, мне вообще ничего не дали. Так, у нас задание. Нет топливного расстояния. Так, на какой машинке? Ну давай на это поедем. В принципе. Она у меня быстрая. Да, мы ее прокачали. Прокачал я ее ради того, что она участвует в различных гонках. Чтобы она нормально поезжала. Более-менее. Ё-моё. Давай. Как можно дальше? Все, бензин начал пищать. Сколько мы здесь проедем, не знаю. Оп. Новый рекорд. Мы побили рекорд. Ну, хоть немножко побили. На 29 метров, правда. Ага, поехали дальше.
Так. А, здесь вонючие прыжки не нужно делать. Ага. Блин. Давай, давай, давай. А, сколько там проехал? Ну ладно. Можно было и дальше проехать, но ничего. Так, дробление через крушение. Блин, к сожалению, мы... я не прокачивал вулкан. С прошлой недели совсем. Надо будет прокачать его. Блин, смотри. О, нет, не развейся, смотри. Ё-моё, давай, давай, дальше, дальше. А, у нас только чисто... пока есть бензин, да, он едет. Ладно. Так, бензина ещё много. Всё, кончился бензин. Да ё-моё. Сколько вот мы проедем? Давай, давай, ещё немножко. Надо какой-то гаджет туда поставить, когда бензина нет. Точно. Ага, теперь завершить трек как можно быстрее. Поехали как можно быстрее. Как бы нам тут не говорят, чтобы эти остались целые баночки. Нет, нам говорят, как можно быстрее поехать. Хорошо. У нас другое задание. Оп-оп-оп-оп-оп. Вонючий случай. У меня все банки упали. Из-за этого, я не знаю, даже не проехал. Дальше. Гонки за монетки. Вот здесь у нас эти трюки будем делать. Ладно. Постольку, поскольку. Трюки я могу делать, я буду делать. Нормалек. Тут даже может быть не в трюках дело, а дело в монетках. Но я разбился. Да, предыдущий рекорд у меня был больше. Так, поехали. Так, здесь нам нужно как можно больше трюков делать. Ох, я чуть не разбился сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй, я забраться не могу. Подожди, а почему у меня такой транспорт вонючий, а? Блин. Можно же было другой транспорт выбрать, да? А я почему-то на этом поехал. Давайте разобьемся туда, сейчас будем другой транспорт выбирать. Вот этот берем. Все, поехали. Капец. Так обидно, знаешь? Забываешь менять транспорт, а они говёный транспорт не оставляют. Всё, и они поменяли этот самый. Новую трассу дали. А мне эта трасса больше нравилась. Так, мы это разобьем, нет? Есть, разбили. Так, давай здесь. Всё, примагнитили. Бензинчик, спасибо. Так, аккуратно спускаемся. Так, здесь главное нам монетки эти заработать. Ну и прийти к финишу, наверное. А, здесь препятствия, да? Ну, мы эти препятствия вообще практически не замечаем. Все-таки прокачали мы движок хорошо. Сейчас попробуем как будем заезжать. О, нормально заехали. О, и все, и финиш. В принципе, несложная была трасса. Играем дальше быстрее. У нас тут еще время идет, поэтому... надо стараться быстро это все проходить дело. Так, проезжаем. Видишь, у всех такие машины. Блин, можно было этого взять. Вот тут вообще накручивается. Ё-моё, накручивает, накручивает. Молодец. Чувак на балик. Потом крутится, крутится. Что я могу сказать? Молодец, чувак. Нам тоже. Нам тоже надо. Хорошо. Заработать. Ага, монетки еще были. Ну ладно. 35 секунд. Да ё-моё, давай уже до финиша доезжай. Есть. Так, дальше. 20 секунд осталось. Вот еще. Вот это зачем читать? Раз, два, три, четыре. Мы и так уже готовы. Ехать. Так, 14 секунд остается. 14 секунд, ребята. 8. Блин, давай здесь хотя бы эти монетки соберем сейчас. 3, 2, 1. Да ё-моё, давай, давай, давай. Сеанс закончен. Вот и все.